Хоккейшыларынан қол қасып көрішілерінен күшлі икенліклері, кейфлері көтеріңгі һәм яңа сезонға әзір болулары көріне. Ұшырашылар ешірақ болуын тілер Рустам Миниханов. Айрыша кубок яулағаннан сын көрішу сүйінішілі болашақ дейін. Есть добрая традиция. Два раза точно мы встречаемся. Это минимум. Если кубок будет, три раза будет точно. Акварс, наша любимая команда, это бренд республики. Республика гордится своим хоккеем. Сезон арасында Акбарста зур өзгерешләр болды. Әйдәп борышы ойынчылар алышынды. Яңа баш тренер Энвер Гатиятуллинға да зур өмітлер бағылылар. Олда тұрған мақсат шулык Гагарин кубогын яулау дирейс. Сегодня идет переформатирование команды, новый тренер, новые задачи. Задача одна, конечно, хорошо сыграть. Наша задача болеть за вас. Будем обращаться к Всевышнему, чтобы год был удачный. Меньше травм было, ну и удачной хорошей игры, хорошего сезона. С большим уважением, не будем обсуждать там, где, когда, что было. Были и хорошие моменты, были и не очень. Ну вот вы наша команда все равно. Какие, как бы ни было, мы с вами. Мауықтырғыш хоккей көрсәту жанатарларына зиңу білен шаттандыру үшін Акбарс клубы базысында бүтін мүмкінліклер бұлдырылған. Яңа сезонға сонаулы күннер қалып бара, біз әзірлік шылар білен мәшғул дей баш тренер. Акбарс Ұлталарстанның визит карточкасы. Біз мұны аңлайбыз, алда зур бұрышылар тұра. Құйылған мақсатларға біргәләп ерішірбіз деп ойлайым. Дмитрий Яшкин Рустам Минихановқа Акбарс клубы символикасы білен спорт киімін тапшырды. Акбарс командасы КХЛ-дағы яңа сезонны 5 сентябрьде башлай. Қазанлардың бірінші күндерші Салават Юлаев ойын Уфабызында өтешек. Рустам Минниханов хоккейшыларға оңышлар тіледі. Иногда травма бывает, иногда там не так свистят эти судьи. Все бывает. Но все равно победим. Илдар Сафиуллин, Марат Хусейнов, Яңа ғасыр каналы.